Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о особенностях породы сибирские хаски. Узнаем о характере собаки, а также коснемся темы ухода и питания. Уже из названия породы понятно, что родиной хаски является Сибирь. Ее появление восходит к волкам. Породу создали северные племена и использовали в качестве упряжных собак. Позднее хаски стало интересно Америке, а в России ее вычеркнули из реестра. Сегодня официально стандарт породы принадлежит США. Сибирские хаски – красивая и выносливая собака с крепким телосложением. По классификации относится к ездовым упряжным собакам. Мнение, что хаски – это лайка, ошибочно. Описание. Лапы округлые. Конечности мускулистые, спина и грудь сильные, уши стоячие, треугольной формы, хвост пушистый. В спокойном состоянии хвост опущен, в возбужденном поднят в виде серпа. Кобели в холке достигают до 60 сантиметров и весят до 28 килограммов. Суки в холке достигают до 56 сантиметров и весят до 23 килограммов. Шерстяной покров средней длины, прямой и пушистый. Хороший подшерсток. Окрас сибирского хаски бывает белый с серым, шоколадный, рыжий с белым, палевый, волчий, черный, черный с белым, белый, соболиный. Белый цвет считается редким. Особенность хаски – голубые глаза. За шерстью питомца нужен уход. Расчесывать ее следует 1-3 раза в неделю жесткой щеткой. Линька выражена ярко. Живя в доме, хаски линяет круглый год. Мыть собаку часто нельзя, это нарушает жировой баланс кожи. Чистить уши нужно 2 раза в неделю. Промывать глаза. Следить за когтями и подушечками лап. В питании хаски преобладает красное мясо, говядина, оленина, а также курица и индейка. Крупы, рис и гречка, овощи. 1 раз в неделю отварное яйцо и филе морской рыбы. Разрешены кисломолочные продукты и субпродукты. Не следует забывать про витамины. При выборе сухого корма отдают предпочтение классу люкс, премиум и холистик. Сибирские хаски – приветливая, ласковая и доброжелательная собака. Любит детей, уживается с домашними питомцами. Охранных качеств не проявляет, к посторонним людям относится лояльно. Среди членов семьи выбирает одного – вожака. Слабовольный хозяин для хаски – не авторитет. Сибирские хаски – ездовая собака. Для выплеска энергии ей нужны серьезные умственные и физические упражнения. Любое ограничение пространства формирует неадекватность поведения. Содержать хаски следует в частном доме с большим участком. Порода склонна к перекопке земли, от скуки может выть, часто убегает в поисках приключений. Лютый мороз хаски переносят великолепно, а вот жаркое лето – для них проблема. Никогда не следует оставлять северную собаку на солнцепёке. Жизнь в городской квартире для хаски малопригодная. Ей требуется длительный выгул – по 2 часа 2 раза в день, без поводка. В обратном случае вырастет неуравновешенный пес, создающий много проблем. К дрессуре щенка приступают методично и гуманно. Собака сложно поддается дрессировке. Она неусидчивая и упрямая. Для того, чтобы вырастить послушного питомца, потребуется много терпения. Порода сибирские хаски подойдет к терпеливым и активным людям, знающим основы собаководства и имеющим достаточно времени для воспитания питомца. Хаски участвуют в гонках на собачьих упряжках, и в этом деле им нет равных. Спасибо за внимание.